смотрите, кого нашла. Приоделся. Здрасте. Я все на место по... Оля. Ну что тут делаете опять? Квест прохожу. Какой? Чтоб за горячую воду не платить. Шапка какая-то интересная. Это семейная рептилия. Реликвия. Дед мне и воевал. С соседями за участок. Проиграл. Вы на летчика похожи. Летчика на летчика не знаю, летчика не летчика не знаю. Но с вертолетами знаком не понаслышке. На тулуп откуда? О, это я с бомжами играл. Покер. Оказалось, азартные люди, но неопытные. Воротник у вас классный. Да, это лисий. Или писец. Или Алексей Егорыч. Я пока не определился, чем воняет. Как ваш пушистик? О, хорошо. Съехал недавно. Кто? Ну, брат, кавказец. Да я про кошку. Конопля, что ли? Расплодилась. Ой, котят дала. Сколько? Ну, грамм 400. Пол ведра. А у нас, кстати, на канале уже 1 000 000 подписчиков. Может быть, что-то неординарное в честь этого сделаем? О, понял, куда. Давай, селедку под шубой. Ну, можно. Только чур ты селедка, а я сверху. Вы что, вообще обалдели? Я быстро. Нет. Ну, в честь миллиончика обнимемся на дорожку. Ой, так мило, давайте. Ой, от вас пахнет. А, все-таки Алексей Егорыч. Сейчас дверь открою. Ой, это надолго. Анечка, здравствуй. Здравствуй. Хотела тебе кое-что узнать. Ты не знаешь, кто в подъезде писает в лифте? Нет, Нелли Александровна. А я теперь знаю. Это ты. Я посмотрела по камерам. Но мне дома в туалет некогда сходить. Поэтому ты в подъезде и писаешь. А тебя муж поэтому и ушел, потому что ты сыкуха, сыкло, так, сыкуха, я сыкло, сейчас тоже сыкуха, могу на сыкло, не подходите. Сыкуха. А, что деретесь-то? Я сейчас с крыши своей позвоню. Позвоните, а то он у вас едет уже давненько. О, алло, Хабиб, ты уже разобрался с этой рыжей выскочкой из-за того, что он не место в автобусе не уступил? Тут одной паскуде нужно носом в лоток ткнуть. Нелли Александровна. Все? Все. Все. И дети от тебя уйду, проститутка. Имей в виду, дурочка, я твою жопу голую распечатаю, по всему подъезду расклею, с камеры распечатаю и расклею. Говняшка ты позорная, весь подъезд порой. Вас стеклянный весь глаз, подъезд я позоришь. Я подъезд весь позоришь. Я-то знаю, кто все в подъезде. Вы мне говорите, по глазам все видно. Все видно? Тогда смотрите в мои. Что видно в них? Ну, не молчите. Только не молчите. Мне интересно слушать. Вы мне говорите, по глазам все видно. Все видно? Тогда смотрите в мои. Что видно в них? Ну, не молчите. Только не молчите. Мне интересно слушать. Если... В твоих глазах видно, что ты вчера нахерачился. Господи, да выпил. Выпил чутка пивка и теперь немножечко пьяна слегка. Ты, вонючка, ты изнасиловал нашу Мусю, кошку вчера. Она сама ко мне приставала. Это не насилие. Доча, я знаю, что ты уже мальчиками интересуешься. Мам! Выбор мужика, доча, надо делать с умом. Не как ты? Я тебе сейчас как втащу. Короче, слушай, а лучше записывай. Вот папка твой, он своими руками вот все в доме может починить. Стул сломался, так вот починил. Сортир потек, так он сделал. Стиральная машинка, вот помнишь, сломалась? Так папа сам ее сломал. Да он кирпич от говна хотел отмыть. Ну починил же. Так вот, если ты найдешь себе такого мужа, то у тебя никогда ничего нового в доме не будет. Сынок, а ну иди, посиди с нами. К нам тетя Катя раз в полгода приезжает. А ну садись, я сказала. А ты что думаешь, на него девочки уже заглядываются? Расскажи. Может быть, ты посмотришь, у него там какое-то покраснение. Ну показывай. Давай, снимай штаны. Тут чужих людей нет. Я знаю, что делать. Опа! Перекрестись. Господи, помоги! Все, мало Шоскова поможет. Ой, слава тебе, Боже. А эти он песни эти свои слушает, эту любимку. Ой. Фуйса. Ой, а раньше какие песни были? Да. Да знаешь ты слова! Ой. Кина, арре, кина. Ну а сексом ты уже занимался? Катя! Почему не спросить-то, почему? Занимался?